поездки. С вами Магисайт, который фермер. И это Stardew Valley. Еще одна часть все еще первого дня. Я говорил вам, что очень не люблю торопиться. Грибочек, шампиньон. Виноградник Брюмун. Резиденция Софи. О, а вот она. Ящик Софии Д. от парки заполнен бутылками с вином. Так. Ничего. А, есть. Есть чем перекусить, но я хотя бы один оставлю. Потому что нужно. Так. Заглянем внутрь. Винный погреб. Так. Ага, это то, о чем я подумал. Здесь можно приобрести кое-чего. Ух, ё. Потом почитаем. Так, ничего нет. Вроде бы ничего нет. Так. Теперь можно и
деревья иногда дергать. Кстати, сейчас не имеет смысла. Я вспомнил. Кстати, надо бы... обратно. Ну, не обратно, а скорее всего... пока что... сделаем лучше вот так. Вряд ли сейчас с них что-то упадет. А почему вы спросите? Дикий хрен. Потому что я из-за того, что я еще не умею выращивать, мне недоступно выращивание деревьев. Так. Кстати, пусто. Возможно, здесь хранилось сельскохозяйственное оборудование. Этот дом кажется заброшен. Этот фермерский дом заброшен. Вы видите большую коллекцию различных шляп внутри. Так. Волокна мне еще пригодятся. Из них, кажется, удобрение и что-то еще можно будет сделать. Так. Так, пойду пока что по этой дороге.
Надо бы поболтать. А вот и мистер Джинджер. И она повторяет. Тут можно будет рыбачить. Так, есть что-нибудь? Ну а тут, похоже, это старое бревно. Можно расколоть только улучшенным топором. Еще не скоро нам предстоит узнать, что там именно. Небольшой спойлер. Там небольшое озеро есть, в котором неплохая рыба водится. Но это небольшой спой. И опять я пробежал. Так. Положу-ка семена вот сюда. Это сюда. Это сюда пока что. И пока еще день, надо бы кое-куда заглянуть. Пока день. Как видите, обвал. Ладно. Как видите, тут проводятся работы. Ок. Есть что-нибудь перекусить? Вроде бы нет. Кстати, есть такой... О! Есть такой мод на плавание. Но, хоть я... Это гараж. И это гараж. Вы видите лабораторию, в которой работают Диметриус и Мару. Заперто.
Мару разрешает входить без приглашений только к своим друзьям. Еще бы. Кстати. Еще покажу-ка по-быстренькому. Угу. Кстати, между прочим, я мод поставил. И что же в магазине по очень огромным ценам, как видите, только дорожки. В ближайшее время. И никакого другого магазина нет. Так что... Между прочим, один из важных персонажей. Забавно. Какой-то стакан на 500 миллилитров наполнен жидкостью странного цвета. Стереомикроскоп. Угу. Угу. Возможно, об этом он говорил. Набор мензурок. Угу. Ну, изучать. Ага. А вот и Себастья.
которая выходит только ночью. Так. С Гасом мы познакомимся чуть позже. О, деревня Риджисайд. Как бы намекает, что пора бы уже в нее пойти. Но мы возьмем и не пойдем. По крайней мере, в этой серии. Точнее, части серии. Ох. А сейчас мы пойдем изучать лес. Ого. Сколько имеет? Игрушкам? Это заметка о достопримечательностях. Это вся серия Adventure Boy. Под стол засунута записка. Ага, а почитать записку нет. Ну ладно. Так. А пойдем мы, как я и сказал, в лес. Ого. Так. Ясненько, ясненько. Так, давайте заглянем. Вышло. Кто-то использовал высококачественное удобрение на этой почве. О, она вышла. Обязательно. Вечером. Когда там побольше народу соберется. Так. Я все хочу вот туда. Но нужно исследовать лес. По-быстренькому. Мы
именно полностью нет, не советую. Мы быстренько туда и обратно пробежимся и закончим на эту серию, на этом серию, точнее часть. Так, ну естественно надо бы постучаться. Вы думаете, что возможно в этом месте есть что-то волшебное? Вы чувствуете, что это место пропитано магией? Угу. Заперто. Ну, вы слышите, что внутри кто-то есть. О, привет, маец. Так, и сколько еще? Ух ты, ё! Так, нужно побыстрее. Так. И вот. О! Ух ты! Золотого качества! Так. Одуванчик. Еще один. Одуванчик. Еще одно препятствие. Интересно, они что-то новое там добавили? Просто раньше не видел, что туда что-то вело бы. Так. Здесь под землей похоронены различные части техники. Они выглядят дорогими. Здесь кто-то работал над большим проектом до того, как оставил здесь это. Странно. Ну ладно. Это ящик для папки наглухо закрыт. Виноградник Аврора. Резиденция Докинс. Виноградник Аврора. Эти бутылки повсюду.
Так, вроде бы нету. Зайдем? Зайдем. Тут явно что-то есть, но не поднимается. Угу. Бочка пустая и медленно гниет. Подвал заблокирован виноградными лозами. Вы не можете войти. Это 40-рубка. В ней ничего нет. Это на пластиковом пакете есть логотип Джорджа. Он здесь совсем недавно. Думаю, понятно, чему это. Для некоторых. На этой полке живут пауки. Один из них машет вам. Мокрая газета. Угу. Поставьте на паузу. На паузу. Читать это я не буду. Кухня полностью заросла. Стол выглядит довольно новым. Кто-то был здесь недавно. На диване очень затхлый запах. Что ж. Угу. Есть что-нибудь? Вроде бы нет, ничего. Все-таки семена падают иногда. Угу. Так. Угу. Почти час прошел игровой. Так. Я помню, что где-то здесь, в этом лесу, еще и секрет есть, типа. Если что, я его находил. Ну, он, похоже, не здесь. Не похоже, что кто-то дома. Кленовый сироп.
Нельзя. Одуванчики. Золотого уровня, точнее, золотого качества. Так, ну тут речка, естественно, место для рыбалки. А вот и эх. То, что нельзя взять, это значит, что верно. Так. Меч Эса. Меч третьего уровня. Он наделен мощью лесной магии. 8 и 18 урон. Плюс 2 скорость, плюс 1 защита. И вот бы телепорт бы сюда бы не помешал бы. Но... Я и не заметил. Ничего себе. Я не отходил раньше именно столько сломанных мечей. Mm-hmm.
А почему бы и нет? Так я думал, что он такого же уровня. Точнее, такого же качества. Так. Ну, сейчас давайте я отнесу. Давайте отнесем. И на этом попрощаемся. Так, давайте-ка в город. Так, где ты? О! Винсент. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Не стоит доверять незнакомцам. Это местная, между прочим, аристократка. Нет. Но надо познакомиться. Там. Ну ладно. Эх, а ведь нас еще ждет целая область новая. Лично мне интересно, как там все поменялось. Я забросил Stardew Valley, когда он еще только это появился. Вот ист ска ска.
Точно, мы же идем. А хотя... Нет, передадим. И тогда уже выложу. А хотя, почему бы? И по пути, еще такое прочее. О! Интересно, мне дадут подарок? Кстати, я не почитал. Археологическое бюро открыто с 8 до 18. Забавно. А это можно сундук. Так. Что мы, собственно говоря, и делаем. А затем пойдем туда. Прежде чем отправиться. В горы. Это сюда, это сюда. Угу. А вот, хотя постой. На всякий случай два осталось. Так. И вот это сюда. Не, лучше это оставить. На всякий случай. И... Не, я буду в новую область входить.
Что ж, давайте пощаться. Ссылки будут в описании. Подписывайтесь и ставьте лайки, если вам понравилось, что в этот раз я не забыл включить звук и все остальное. И записать. Всем пока!